предыдущих эпизодах. Что ты нашла? Рэйчел в проявочной. Снова и снова. И все. Никому нельзя доверять. Только себе. Ты знаешь больше, чем я. Лично мне не нужны все эти ваши допросы. Уж точно не от вас, молокососов. О, только гляньте. Чудо-близнецы. Вы что забыли в моей общаге? Тебе, блядь, пизда! Нейтан и правда долбанный псих. Я знаю, он как-то связан с пропажей Рэйчел. Ой, Кейт была не первой. И все эти бабки для остальных жертв. Что ты тут делаешь, Макс? Виктория следующая. Что за дрянная уловка? Рэйчел, зачем он положил ее на землю? Свалка. Где? Макс, нам нужно найти это место быстро. Рэйчел, за что? Мне так жаль, Хлоя. Мне так жаль. Я знаю, что ты близка с Нейтаном, но твоя жизнь в большой опасности. Нейтан мне написал. Сказал, что не останется никаких улик, когда он все закончит. О, Господи, Макс. Она еще здесь. О, нет. Хлоя, береги. Что за... Явочная. Тут есть кто-нибудь? Помогите! На помощь! Кто-нибудь! Я совсем ничего не помню. О, черт, это я. Он сделал этот снимок ночью. Конечно.
Еще и на самом видном месте. Наконец-то. Я свободна. Практически. Больно смотреть на себя в таком виде. Ты поплатишься, Джефферсон. Я пообещала себе больше никогда не перемещаться во времени подобным образом. Но иначе мне не спастись. Это великолепно. Этот ракурс идеально подходит тебе. В частичном беспамятстве модель открыта и честна, как никогда. Нет тщеславия и позирования. Чистая экспрессия. Господи, ты только посмотри на это личико. А ну лежать смирно! Лежать смирно! О, Макс! Ты испоганила мне снимок! Впрочем, ничего страшного. У нас еще полно времени. Пока что. Я понял, что ты особенная, как только увидел твое первое селфи. Да, ненавижу это слово. Но я люблю чистоту твоего имиджа. Ты не похожа на Рэйчел. Она всегда искала вдохновение не там, где нужно. Бедная Рэйчел. Подожди. Давай-ка попробуем так. Не шевелись! А, гораздо лучше. Спасибо, Макс. Если бы только Нейтан мог это видеть. Он ведь так старался. Но нельзя же просто раскидать предметы вокруг и назвать это композицией или стилем. У него был глаз на тени и страсть к еще много чему. Впрочем, скоро его семейка все узнает, а затем и Аркадия Бэй. Превосходно. Хорошо. О, эти глаза. Но знаешь, что меня бесит в тебе больше всего? Что ты чертова заноза в заднице, Макс? Но эта комната 24 на 7 под видеонаблюдением. Так что все, что от меня требовалось, это написать с телефона Нейтана. И вы сами попались прямо мне в руки. Лучше бы ты сфокусировалась на учебе, а не игрой в частного детектива вместе со своей подружкой. Хлоя. Точно, Хлоя. И да, прости за то, что я... То есть Нейтан убил ее для самообороны. Но у нее было не лучшее прошлое. Впрочем, как и у многих оборотней из Аркадия Бэй. Никто не удивится и переживать не станет. Но я клянусь, люди будут в отчаянии, когда ты умрешь. Я не врал, когда говорил, что у тебя есть дар. Вот так выглядит превосходно. Может, сделать пару кадров вблизи? Макс! Пожалуйста, перестань дергаться. Мне нужно, чтобы ты позировала так, как я этого хочу. Может, еще одна доза тебя успокоит? Нет, нет. Не дергайся, иначе будет очень больно. Чёртова сука! Ты просто не умеешь слушать, верно? К тому же, ты не слушала меня ни здесь, ни на занятиях. Иначе бы ты все это предвидела. Чёрт, ну ты и боец. Я следил за тобой и заметил, что ты стала более... бесстрашной и не такой, как ранее. Запомни моё правило номер один. Всегда делай снимок.
Господи, поверить в это не могу. Какой же это пиздец. Так, Джефферсон вынул фотографии из запачканной папки. Хорошо, я могу их использовать. О, на этом фото я явно в сознании. Можно попробовать. Это может сработать. Пожалуйста, сработай. Получились замечательные снимки, Макс. Да, Виктория бы убила за то, чтобы оказаться на твоем месте. Но и не понять нашу связь. Победительницей стала ты, Макс. Я выбрал тебя. Твой портрет. Иди нахуй. Не надо, не утруждайся. Я знаю, что ты напугана. Все вы выглядите так невинно, когда просыпаетесь здесь. Но после осознания ситуации на смену придет страх. Мистер Джефферсон, зачем вам все это? Макс, я очень рад, что ты спросила. Если вкратце, то я одержим идеей запечатления невинности в глазах перед тем, как она перерастет в страх. Это тонкая грань между черным, белым, серым и так далее. Большинство моделей циничны, они теряют свою наивность. Однако некоторые студентки Блэквелла вынашивают надежду и оптимизм, словно ауру. И эти счастливчики становятся моими моделями, моими субъектами. Да, ты психопат. И это твоя последняя фотосессия. Напротив, Макс. Я настолько адекватный, что никто даже не знает, где ты сейчас. И даже не напоминай мне о своем партнере. Эти лжепанки-шлюхи достали меня еще в Сиэтле. Ты застрелил Хлою. Ты убил мою лучшую подругу. У нее был заряженный пистолет. Это явно была самозащита. Но вот что бывает, когда ты играешь с оружием. Или пытаешься наебать меня. Лучше, когда они не знают. Как невинная, милая Кейт. Художники не доводят девушек до самоубийства ради долбанного вдохновения. Ты рассказал Нейтану, как накачать Кейт, как сфотографировать ее, и теперь она мертва. Это то, что меня очень печалит, Макс. Мне ее и не хватает. Кейт была сильна духом, и ломать его было сущим наслаждением. Тебе это с рук не сойдет. Уж будь в этом уверен. Тогда зачем ты обвинила Дэвида Мэтсона в преследовании Кейт? Забавно, а ведь он был единственный, кто был близок к разгадке. Ирония. Какой же грандиозный скандал ожидает Прескотов, когда весь город узнает, чем их дорогой сыночек занимался в свободное время. Он такой же псих, как и ты. Не стоит судить людей, Макс. Вот именно поэтому Нейтану не место в Блэквилле. Вы стоите друг друга. Я помог Нейтану найти свое видение. Мало кому выпадает такая возможность. Ты промыл ему мозги. Я стал для Нейтана кем-то вроде отца. Такое часто происходит в отношениях учитель-ученик. Это было довольно трогательно. Ты рассказал ему все, что хочешь совершить в Блэквилле? Не глупи, Макс. Я сказал ему только то, что можно. А взамен я получил доступ к состоянию Прескотов. Но кто же еще, по-твоему, оплатил эту великолепную проявочную и оборудование? Как бы еще я доставал новые наркотики для моих моделей? Рэйчел Эмбер была твоей жертвой, а не моделью. Рэйчел Эмбер. Настоящая трагедия. Нейтан решил, что может стать таким же художником, как я. Но тупица ввел ей смертельную дозу. Хлоя и Рэйчел.
Ты их обеих убил. Они занимаются любовью там, на небесах. Ты это хотела услышать? Почему? 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 Когда же ты начнешь слушать, тупая сука? Извини, Макс. Это было не круто. В любом случае, Рэйчел мертва. Но ни к чему плакать. Лос-Анджелес все равно бы погубил ее. Я сделал одолжение. Ты дьявол! Вот как? Вы со своим другом чуть не избили Нейтана до смерти, так что мы не такие разные. Мы не похожи на тебя. Даже я заботилась о нем больше, чем ты. Нет, как раз наоборот. Просто очень неудачно получилось, что он влюбился в Рэйчел. Он даже посмел подумать, что может подражать тому, что я делаю с камерой и моделью, как отец. Но не как сын. А где сейчас Нейтан? Убит и похоронен. После того, что он сделал с Рэйчел, я знал, что он недолго сможет быть моим протеже. Полиция никогда не найдет его останки. Ну что, теперь ты понимаешь, Макс? Я не стану рисковать из-за какого-то жалкого любителя. Ты сам жалкий любитель. Посмотри, сколько трупов ты после себя оставил. Ты не сможешь все повесить на Нейтана. Без разницы, что будет со мной. Ты все равно сдохнешь, пидорас. За Хлою, Рэйчел и за всех остальных. Мне нравится твой настрой, Макс. Но ты сама сюда пришла. По своей собственной воле. Короче говоря, мои модели должны быть заметны, но их не должно быть слышно. Так что мне нужно быть уверенным, что после тебя ничего не останется. Ладно, теперь посмотрим, что у нас вышло. Теперь я вижу, почему ты так любишь Polaroid. Не нужен компьютер, чтобы получить фотографии. Alone with a heart, a battered old heart. В моем дневнике столько фоток. Возможно, это мой путь к спасению. Этот очень личный. Стойте! Пожалуйста, мистер Джефферсон. Макс. Я бы и рад обсудить рабочие моменты, но мне и правда нужно взглянуть на эти снимки, пока они еще свежи у меня в памяти. Пожалуй, эта фотосессия – венец моей карьеры. Вы… у вас остался мой дневник. Не беспокойся, его никто не прочтет. Спасибо, что напомнила. Нет ничего более невинного, чем дневник подростка. О, смотри-ка, твои селфи. Какая растрата таланта. Посмотри на этот снимок, Макс. Ты способна на гораздо большее. Вернуться в тот момент, когда все это начиналось. Макс, возможно, это шанс все исправить. Твой шанс. Ты можешь ее фотографию. Ты чувствуешь, что лицо, когда видишь грустные глаза матери. Ведь каждого из вас можно подкараулить в переулке и заснять в момент полного отчаяния. Похоже, сейчас Макс сделала так называемое селфи. Дурацкая я вернулась туда, откуда началась эта сумасшедшая неделя. Больше никто и никогда не навредит Хлое. Стали популярны с начала 19 века. Так что ваше поколение не первое, которое использует селфи для самовыражения. Простите, не удержался. Суть в том, что портретура всегда была важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. Буквально всегда. Итак, Макс. Раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты? Это дагерский процесс. О, что ж, это было просто, Макс. Разве? Ладно. Ладно. Итак,
Дагерротипный процесс сделал портретуру невероятно популярной. В основном, благодаря тому, что он дал возможность искать новые детали. Вы узнаете больше, когда прочтете заданные на дом главы. Пока что Макс обходит всех остальных. Ребята, не забудьте принести фотографии для конкурса героя. Пришло время изменить время. Франциско, где его фото будет показано всему Сначала миру. Сначала сделаем так, чтобы Марка Джефферсона было легко поймать. Соберитесь. И Тейлор, не прячься. Я все еще жду твою фотографию. И да, Макс, я вижу, как ты притворяешься, будто не видишь меня. Ублюдок. Я должна рассказать Дэвиду о Джефферсоне и про явочный. В этой брошюре точно должен быть номер Дэвида. Впервые, Дэвид. Я надеюсь, что ты отреагируешь на это так же остро, как и на все остальное. И остановишь Джефферсона. Хотел, чтобы я участвовала в конкурсе, мразь. Так вот, может, я и полечу в Сан-Франциско. А ты, Джефферсон, будешь гнить в тюрьме. Прошлое внутри прошлого. Может, я слишком сильно себя извожу? Виктория. А ведь мы могли бы стать подругами. Больше таланта у тебя не станет даже с такой камерой, Виктория. Ровно как и оправданий. В этот раз ты не причинишь Кейт вреда. Привет, Кейт. Привет, Макс. Кейт, послушай меня. Итак, слушаю. Пожалуйста, помни, что ты не одна. Что бы ни случилось, я всегда тебя поддержу. Как и многие другие здесь. Нам не плевать. Мы хотим помочь. Просто знай это. Макс, у меня прямо камень с души упал впервые за эту неделю. Я даже не знаю, что сказать. Не страшно. Я тоже. Может, мы просто обнимемся? Спасибо. Ты всегда знаешь, как помочь человеку. Больше никто не будет тебя обижать, Кейт. Мистер Джефферсон, нужно поговорить. Но... Видишь, я разговариваю с мистером Джефферсоном. Вижу, что ты снова подлизываешься. Как всегда. Ты что себе позволяешь? Подожди, Виктория. Ты в порядке, Макс? Нет, пока Виктория не поймет, что прятаться по ту сторону экрана и выкладывать чужие видео – это ебанутый пиздец. Ты знаешь, как легко обидеть человека? Сломать ему жизнь? Или ты гордишься собой? Если у тебя остались хоть какие-то чувства, то начни думать о своих действиях. Слушай, я не... Ну, конечно, нет. Ведь ты такая неуверенная, даже с талантом своим ужиться не можешь. Тебе только и нужно, что опускать людей до своего сраного уровня. Так, я не стану выслушивать эту клевету. Верно, мистер Джефферсон? Думаю, мне не стоит вмешиваться в ваше дело. Тогда хватит с меня... разговоров. Вот и правильно. Я бы соврал, если бы сказал, что не наслаждался. Почему? Я хотела бы отдать свою фотографию для конкурса Герой Дня. О, это было просто. Нет. Поверьте, вовсе не просто. Но я, я не могу судить заранее, но я очень... рад, что ты все-таки решилась. Для меня это многое значит.
И для Блэквелла. Первый шаг для любого художника – это показать миру себя, ничего не боясь. Показать свою невинность. Или вину. Что ж, спасибо за фотографию. Может, уже в эту пятницу мы с тобой полетим в Сан-Франциско. А может быть, полетит только один из нас. Не надо скромничать, Макс. За неделю многое может случиться. Вы непременно об этом узнаете, мистер Джефферсон. Надеюсь, в этот раз я поступила правильно. Молодец, Дэвид. Хлоя, о, ты жива. О, ты жива. Я все исправила. Надо же. Должна признать, мне приятно, когда меня называют художником. Странно находиться меж реальностей. Все вне фокуса и на расстоянии. Мы почти в Сан-Франциско. Я так взволнована, но в то же время рада. О, я не видела Сосисыча уже целую вечность. Мы с Хлоей раньше все время смотрели его по телеку и играли в видеоигры. Когда еще были невинны. Начало конца для Джефферсона и Прескотова. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности и уберите любые электронные приборы, пока самолет не приземлится. Спасибо. Мы начинаем снижение через несколько минут. Сан-Франциско – замечательный день. На улице ясное небо и 16 градусов выше нуля. Надеемся, вам понравился наш полет и благодарим вас за то, что выбрали Pacific West Air. Летайте с нами в любое время. Вот уж сомневаюсь. Надеюсь, сиденья в самолетах станут еще меньше. Как вам спалось? Надеюсь, я храпел не слишком громко, Макс. Ну, чуть-чуть. Эта неделя была не из легких. Надеюсь, ты простишь меня. Ситуация с Джефферсоном и Прескотами была напряженной, мягко говоря. Я вас прекрасно понимаю, ректор. Умеешь ты убедить перестать конючить. Мы гордимся тем, что ты представляешь Блэквелл на конкурсе Героя Дня. Знаю, я не совсем тот человек, которого ты хотел бы видеть рядом. Но все мы хотим, чтобы ты получила здесь ценный опыт. Я уже получила, а мы даже не приземлились.
боже! Опять кровь из носа. Макс, пора бы тебе перестать шутить со временем. Сан-Франциско просто потрясен. А эта галерея такая огромная. Вот и буфет. Если на мероприятии поскупились на еде, знай, это плохое мероприятие. Главное, чтобы меня не заставили есть икру. Это твой день, Макс. Делай все, что пожелаешь. Надеюсь, ты воспользуешься статусом и поговоришь со столькими влиятельными людьми, со сколькими возможно. Налаживай связи. Ну, не знаю. Ощущение, будто я ребенок, который пытается походить на взрослого. Макс... После этой недели ты явно перестанешь быть ребенком. В действительности, ты заслуживаешь внимания. Взрослый человек, уважаемый сверстниками. Начни вести себя как фотограф. Ты ведь об этом мечтала? Черт, а я вот с детства мечтал стать директором крупной школы. Поэтому я начал со старосты класса. Поспрашивай моих бедных одноклассников, если не веришь. Пойду-ка я перекушу той икрой, раз уж ты не хочешь. Заодно поболтаю с парой художников. Сама понимаешь, я не всегда смогу быть рядом, но сейчас, если понадобится совет, спрашивай. Перестань, Макс. После всего пережитого эта выставка самое безобидное, что могло с тобой случиться. Ух ты, Макс. Каким... Доброе утро. Исправочно я переместилась в эту галерею. Я прошла через множество измерений на этой неделе. Жизнь полна странностей. А вот и я вместе с другими победителями. Хотя лучше сказать, художниками. Обалдеть! Да. Уоррен точно бы не отказался пообезьяничать на этом шоу. Твою мать! Эта листовка сделана как раз для Хлои. Интересно, готова ли я для мушпита? Ну и что бы мне надеть? Твою мать! В заливе столько по-настоящему творческих личностей. Не то что в Аркадии Бэй. Некоторым тайнам лучше оставаться неразгаданными. Интересно, каково это жить на подлодке? Наверное, людям с клаустрофобией туда вход воспрещен. Революцию не станут показывать по телевизору. Вау! Статья Дэнни Ли. Жаль, мне не хватит времени рассмотреть эти росписи. У галереи Зайгайст классная история во Фриско. В смысле, в Сан-Франциско. Надо бы бросить сюда нехиленькую сумму. Я слышал, что Марк Джефферсон Работа должен не в моем быть вкусе, но не он смотрится отлично. Это был шок. К тому же у меня есть одна из его награды. Внимание, папа. Его работа будет стоить серьезных денег. Вы Макс Колфилд. Поздравляю вас с победой. Я критик искусства из журнала Iris In. И мы бы хотели написать о вас в статье про будущих законодателей моды. Я передам вам подробности на этой неделе, если вы согласны. И снова поздравляю вас.
приятно читать все эти комментарии. Даже негативные. Взгляни на эту фотографию. Какая глубина резкости. Какие цвета. Гляди, какие размытые очертания. Определенно снимали фотоаппаратом среднего формата, используя 35-миллиметровый объектив от Leica. Вы сразу можете понять всю историю фотографии, если знаете, как смотреть на все ее детали. Это так интересно, Майтья. Это из разряда глупостей. Извините, а вы не из Академии Блэквелл? Я хотела там учиться, но меня не взяли. Говорят, там такая классная программа. Уверена, очень интересно. Да, мне действительно не понять искусство. Должен признать, это самая лучшая выставка Герой Дня со времен основания. Все работают столь злободневны. Браво! Прекрасно, мне нравятся отголоски ретро. Мне тоже. Заставьте меня купить фотоаппарат Polaroid. Я каждый раз вдохновляюсь, когда... Эй, мне нравится ваш снимок. Я просто хотела передать поздравления... И надеюсь, вы получили намного больше внимания. От этого я чувствую себя угнетенным. Будто... Обычно такие конкурсы, они вгоняют меня в сон. Но мне нравится, что тема этой выставки — конкретные события, а не какие-то абстракции. И сколько они платят за аренду помещения? Полагаю, стоит начать привыкать к деликатесам, которые я не хочу есть. Ну что, нравится быть знаменитым фотографом? Я пока себя так не чувствую. Каждое путешествие начинается с первого шага. Я всего лишь бюрократ в Блэквилле, не творец. Но на сегодня ты заставил нас гордиться после отличного отзыва о твоей работе. После того, что случилось в Блэквилле, у меня ощущение, будто это не взаправда. Тем больше причин отпраздновать твой успех. Наверное, я виню себя за то, что веселюсь здесь. Оставь это мне. Мне стоило отнестись серьезнее к Кейт Марш и ее ужасной ситуации. Она сильная, и я рад, что она выбралась из этого ада. Не стоило мне давать Нейтану столько воли. Нужно было приструнить его. Это не ваша вина. Вы же не знали, что происходит. Знаю, но... Для ректора Академии это не оправдание. А ведь у него была довольно хорошая репутация. Никто не думал, что он такой больной. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел эти отвратительные фотографии. Ах, бедные девушки. Но хоть сейчас он сидит за решеткой вместе с Нейтаном. На Шона Прескотта тоже заведено серьезное следствие за годы коррупции. В Аркадия Бэй деньги и слава могут защищать лишь до поры до времени. Ирония в том, что Шон Прескотт и правда не знал, каким Джефферсон был на самом деле. А ведь это он привел его в Блэквилл. Хотелось бы думать, что все дело в карме. Семья Прескоттов это заслужила. Хотелось бы верить, что пришло время перемен. Надеюсь, что теперь все будет хорошо. И я тоже очень надеюсь на это, ректор Уэллс. Как я уже сказал, ты теперь взрослый, Макс. Зови меня Рэй. Ну, по крайней мере, на этом событии. Что ж, прошу прощения, буфет зовет меня обратно. О, эй, ты та самая выигравшая конкурс с автопортретом. Или ты называешь это селфи?
В любом случае, я восхищен тем, как ты извратила, чтобы поместить все свои фотографии в фокус. А, очень умно. Боже, я обожаю искусство. А вот и она пришла спасать положение. Привет. Ты сделала это, Макс. Ты настоящий художник. По крайней мере, сегодня. Мы вас на секунду потеряли. Я в порядке. Просто давление. Это из-за перелета. Ты забыла включить звук, идиотка. Ну же, прошу, ответь. Твою мать, Макс, твое видение. Это правда торнадо, оно приближается. Что? Нет. Хлоя, где ты? Мне пиздец, как страшно. Я у пляжа. Машина Хлоя, застряла. Слышишь меня? Алло! Алло! Боже мой! Торнадо оказался правдой. Ух, нихера я не исправила. Хлоя умрет. Аркадий Бэй будет разрушен. Должен же быть способ это остановить. Должен. Сколько они платят за аренду помещения? От этого я чувствую себя... Ни за что, блядь! Хлоя не может снова умереть. Я должна ее спасти. Я мог бы это сделать гораздо лучше. Прошу прощения, я хотел бы задать пару вопросов по вашей работе. Извините, но... Скулфилд, да? Расскажите, какую камеру вы использовали для съемки? Поговорим позже. Спасибо. У меня буквально нет времени, чтобы отвлекаться на всех. Чтобы не оказаться в Сан-Франциско. Небольшую. Прости, Сан-Франциско, но Хлоя важнее. Макс. Что? Джефферсон должен быть в тюрьме, а не здесь. Господи, мы как будто снова на моем уроке. Ты все еще витаешь в облаках.
Было бы забавно сейчас сделать твое фирменное селфи, чтобы увидеть разницу между старой Макс и новой. Проехали. Ответь на мой вопрос, пожалуйста. Сожри дерьма и сдохни. Хороший ответ. Хороший. Эй, у тебя кровь из носа пошла. Наверное, дал тебе слишком большую дозу. Прошу прощения, Макс. Но учитывая, что ты все равно умрешь, кровь из носа — это мелочь. Твои зрачки — это расширение, будто затвор. Ты словно фотографируешь меня. Как жаль, что свой дар ты просрала. Ты могла бы выиграть конкурс, но ты уничтожила свою прекрасную фотографию. Как глупо. Прости, я сжег все твои вещички. Немного увлекся. Блять, он сжег мой дневник. Я всегда вот почему я еще здесь. Особенно после того, как ты превратилась из ботана в героя за неделю. С тобой творится нечто странное. Ого! Видела, что творится снаружи? Как я и сказал. Нечто странное. А вот и страх в глазах. О, Макс. Работать с тобой на последних фотосессиях было честью для меня. Надеюсь, фотографии найдут свое признание за их истинное содержание. За потерю невинности. По крайней мере, это последняя лекция, которую ты от меня услышишь. И я обещаю тебе, никакой больше крови из носа. Мистер Джефферсон, прошу, не делайте этого. Вы не понимаете. Тихо. Тихо, Макс. Пожалуйста, не надо. Обещаю. Последнюю дозу даже не почувствуешь. Обещаю. Последнюю дозу даже не почувствуешь. Что? Нет, Дэвид, нет! Господи, Дэвид Мэтсон, у меня на полу. Отлично. Всегда ненавидел этого ёбаного фашиста. Все в Блэквилле его ненавидели, ведь так, Макс? Хорошо. Давай попробуем это. Я обещаю тебе, никакой больше крови из носа. Стойте, подождите. Можно... Можете исполнить мое последнее... желание? Ты меня уговорила, Макс. Как я могу отказать такой мордашке? Можете меня сфотографировать последний раз? Я хочу быть вашей лучшей моделью. Мне даже не верится. Но ты наконец чему-то научилась. Обещаю. Последнюю дозу даже не почувствуешь. Что?
Дэвид, берегись! Может, ты уже заткнешься там? Обещаю тебе. Не могли бы вы выключить свет? Из-за него я щурюсь и плохо выгляжу на фотографиях. Теперь ты размышляешь как настоящий фотограф. Плохой свет не должен быть твоим последним воспоминанием. Обещаю. Последнюю дозу даже не почувствуешь. Что? Дэвид, берегись! Как? Как ты узнала? Господи! Обещаю тебе. А вас не затруднит включить музыку, чтобы я немного расслабилась? Ты осталась мечтательницей до конца, Макс. Отличная черта характера. Now I'm a little bit crazy. Out of my mind. I'm going slightly straight in the head. It's all a little bit hazy. But I'm pretty sure I'm gonna stay screwy instead. And I'm a little bit cuckoo gaga. Like a strange bargain. Ну уж нет, Джефферсон. And I'm a little bit cuckoo gaga. Like a strange. Ну уж нет, Джефферсон. Извините, но у меня в горле пересохло. Пожалуйста, можно мне воды? Ну, разумеется. Не хочу причинять тебе неудобств. Обещаю. Последнюю дозу даже не почувствуешь. Что? Дэвид, берегись! Может, ты уже заткнешься там? Дэвид, берегись! Как? Как ты узнала? Деньги кто? Джефферсон, все кончено. Тебе меня не остановить. Дэвид Мэтсон. Ну, конечно. Что ж, вот к чему приводят игры в копа. К пуле в боку. Джефферсон, все кончено. Хватай бутылку! Shoot!
Тебе меня не остановить. Дэви, пинай тот стол! Да, сэр. Ловить. Кончено. Тебе меня не остановить. У него там пистолет! Прости уж, Мэтс. Тебе меня не остановить. О, боже, Макс! Ты в порядке? Ты как? Двигаться можешь? Да. Спасибо, Дэвид. Спасибо. Не благодари меня. Это ты меня сюда привела. Сперва оформим этого выродка. Он никуда не уйдет, когда проснется. Он будет гнить в тюрьме вечно. А может, еще хуже. Мистер Джефферсон, теперь ваш черед быть заснятым в момент отчаяния. Нужно спасти Хлою. Он все сжег вместе со всеми моими фотографиями. Уоррен, да, я могу использовать тот снимок, который он сделал. Черт, нет сигнала. Спасибо, мистер Джефферсон, но вам это уже не нужно. Меня тошнит от одного лишь взгляда на него. Дэвид, ты в порядке? Ужасное место. Словно в аду. Джефферсон собирался убить меня. Ты пришел сюда очень вовремя. Я рад. Я всегда знал, что сукин сын нечист. А я поняла это слишком поздно. И как ты могла подозревать своего учителя? Он не был настоящим учителем. Ему просто хотелось читать лекции. Это была часть его больного плана. Видимо, я тоже выглядел подозрительно, когда ты сказала ректору Уэллсу, что я угрожал Кейт Марш. Я не виню тебя. Макс. Я никогда себя не прощу за то, что случилось с Кейт. Ощущение, будто бы это я ее столкнул с крыши. Кейт вынудили подняться на ту крышу. Но в первую очередь виноваты Джефферсон и Нейтан. Я проворонил момент, когда можно было остановить Нейтана. Я знал, что Прескотт опасен. Джефферсон уже это сделал. У них были какие-то странные отношения, как у отца с сыном. Но Нейтан убил Рэйчел и... Джефферсон просто стал использовать его. Этот урод проворачивал все свое дерьмо у меня на глазах. Я бы мог остановить его и мелкого Прескотта, если бы просто разул глаза. Нет. Нужно было сказать ректору, что у Нейтана был пистолет, и он чуть им не воспользовался. Я подвергла школу опасности. Мы все совершаем то, о чем жалеем. Но я признаюсь, что я горжусь тобой и Хлоей. И ваше расследование... У меня была гора техники, а у вас интуиция. Этому Хлоя научилась у тебя. Единственное, чему она научилась, это ненавидеть меня. Вы вначале не особо ладили. Понимаю, что вам было нелегко. Оправдывать свое поведение? Даже не буду пытаться. Я лишь пытался быть хорошим солдатом, но... У меня ничего не вышло. Я и хорошим отцом хотел быть тоже, но... Джойс выпнула меня и... Я остался ни с чем. Я искренне извиняюсь за это. Я не хотела, чтобы так вышло. Не следовало мне устанавливать видеокамеры. Ну или хранить документы. Я скажу Джойс, что ошибалась насчет тебя. Она очень тебя любит. Это трудно не заметить. Не хочется использовать армию как отговорку, но все-таки трудно возвращаться домой после войны.
Большинство не знает об этом. Ну или плевать. Но Джойс не такая. Она дала мне надежду. На новую жизнь. И ты спас мою. Хлоя, она... Она бы тобой гордилась. Я лишь хочу защитить Хлою с матерью. Я пообещал Джойс, что буду ходить к семейному консультанту. Начну с извинений перед Хлоей. Отцом она меня называть не начнет, но... Может, перестанет называть муда отчимом? Кстати, где Хлоя? Дэвид. Хлоя, она... Она умерла. Невозможно. Быть не может. Боже, нет. Только не Хлоя. Макс, а ты точно уверена? Ты ведь... Да, я... Я видела ее. Я видела, как... Джефферсон убил ее на свалке. Этой ночью. Прошлой ночью? Это когда я жалел себя в номере отеля? Я обещал Джойс, что буду защищать их с Хлоей. Как я теперь буду смотреть ей в глаза, объясняя, что... Я ведь даже не сказал Хлое, что... Что... Черт возьми! Ты убил ребенка моей жены, мерзотный уебок! Ты отнял у меня пачерицу! Дэвид, стой! Макс, ты прости. Прости, что ты это увидела. Кровь. Что я наделал? Я тратил время на это расследование, пока... Хлоя, прости меня. Джойс, я подвел тебя. Всю семью. Никого ты не подвел. Ты старался как мог. Макс, тебе следует выйти за дверь. Ты достаточно насмотрелась в этой комнате. Дэвид, спасибо тебе, что спас меня. Я все потерял. Я все... Преска, ты наверняка об этом знаешь. Джефферсон... Я все. Да ты, по-моему, всех подозревал. И вот результат. Я слишком много времени потратил, подозревая Прескотов. Подозревая всех, я потерял нить. Знакомая ситуация. Видимо, я тут... Макс. Кейт. Я бр... Джефферс. Этот урод... Нет. Мы все... Это мы... Единственное... Вы... А правда... Я их... Я... Я ск... Не хочешь... И ты с... Я лишь...
Дэвид, она была весьма подавлена, так что она пошла медитировать, а я в это время оказалась здесь. Так что с ней все хорошо. Слава богу. Впервые я рад, что Хлою долбит. Дэвид, мне нужно выйти на улицу подышать и еще позвонить. Конечно. Иди, Макс. Ты стойкий солдат. Я рад, что ты и Хлоя лучшие подруги. Теперь ступай. Ты достаточно насмотрелась. Ну что ж, препод. Посмотрим, какими ты уликами засрал этот компьютер. Тебе это с рук не сойдет, Джефферсон. Свобода! Твою мать! Что мне надо? Нужно найти Уоррена. Да! Уоррен, слышишь меня? Макс, черт возьми, где ты? Неважно. Слушай, у тебя осталось вчерашнее фото с парковки? Ну да. А зачем оно тебе? Оно же не очень хорошо вышло. Да, и оно мне очень нужно. Ты где? Я в двух китах. Тут живется куча народу, и все сбежали сюда из этого Армагеддона. Все жду, когда океан станет красным. Скоро буду там. Уж нет, это безумие. Это нереально находиться. Серьезно, Макс, оставаться там, где ты сейчас. Вряд ли ты надо собирается утихать. Мне даже страшно. И мне страшно. Ничего. Но я еще не закончила, Уоррен. Давай, держись. Постой. Thank you.
выдыхать! Эй, он застрял! Я должна помочь всем, кому смогу! Спасибо, мамочка! Вот как? Станет лучше, когда выберусь отсюда. Я застрял в этой дыре лишь потому, что не смог доставить груз. Железную дорогу закрыли. Отойдите оттуда! И больше никогда сюда не возвращаться. Тебя подкинуть? Нет, спасибо! Мне нужно найти друга! Поспеши, девочка! Поспеши! Не умер!
же мне выбраться? Надеюсь, мы выберемся отсюда, Хлоя. Как же грустно стало. Потушу огонь. Бежать отсюда! Мне нужно подышать. Мне нужен воздух. Пожалуйста, пожалуйста. Вам нужно уходить! Город умирает. Так, нужно поторопиться в закусочную. Мне нужна фотография Туорна. Это не учение.
На территории Аркадия мы... Прижми их, Джульетта. Объявлено сильнейшее штормовое предупреждение. В округе работают спасатели. Макс! О, Макс! О, боже, дорогая, я так рада тебя видеть. Ты в порядке? Да. А вы-то сами как? Закусочные еле-еле держатся. Не знаю, переживем ли мы торнадо. Бедный офицер Берри и все люди, оставшиеся на улице. Знаю. Макс, ладно, заходи. Борону удалось собрать оставшиеся медикаменты. А мне нужно вернуться к этому джентльмену на полу. Тут не так много, Джойс, но это все, что у нас есть. Ты в порядке? Как я мог игнорировать все эти предупреждения, Макс? Снег, затмение... Ты бы все равно ничего не смог сделать. Какой же я дурак. Я должен был это предвидеть. Я так рада, что все в безопасности. Но мне нужна фотография Уоррена, чтобы помочь Хлое. Прости, прости, прости. Ладно, Макс. Ты уж прости, но мне нужно проведать второго джентльмена. Фрэнк, я так рада, что ты здесь. Я тоже. Вот бы еще Рэйчел была тут. Кстати, вам помогла та информация, которую я вам дал? Вы с Хлоей узнали, что с ней случилось? Я не знаю, как сказать тебе, так что скажу прямо. Рэйчел умерла. Господи, нет, умоляю, только не она, только не Рэйчел. Да быть того, блядь, не может. А ты уверена? Откуда ты знаешь? С помощью твоего списка мы вышли на старый амбар. У моего преподавателя Марка Джефферсона есть жуткая комната для фотосессий. Через Нейтана он доставал наркотики, накачивал ими студентов Блэквелла и фотографировал. Прескотт? Блять! Сука, я так и знал! Не нужно было вообще связываться с этим уебаном! Помпиду его ненавидел! Так ты видела, Рэйчел? Да, но лучше бы не видела. Мне очень-очень жаль, Фрэнк. Нейтан хотел впечатлить Джефферсона, и он убил ее. Как? Как он ее убил? Накачал ее, и это вызвало передоз. Передоз? Нейтан мог раздобыть наркотики, только у меня. Я убил свою львицу. Нет. Что я наделал? Где этот ёбаный Джефферсон? Теперь он за решеткой. Где уже никому не сможет навредить. Рэйчел. О, боже. Она была единственным лучиком света в моей жизни, Макс. Я, конечно, понимал, что она слишком молода. Был почти уверен, что она бросит меня, но не таким образом. Я бы никогда не остановил ее в погоне за своей мечтой. Знаю. Ты был ей очень-очень дорог, Фрэнк. Рэйчел много кто был дорог. Особенно Хлоя. Но... Теперь я понимаю, почему Рэйчел так за нее держалась. Хлое хватило смелости попросить меня о помощи, хоть мы и не особо ладили. Хлоя оценила бы твои слова. Когда я впервые встретился с отцом, этот ублюдок процитировал Библию и сказал, что хочет войти оправданным в свой дом. Иными словами, поступить правильно. И я тоже этого хочу. Может, ты мне в этом поможешь, Макс? Не пойми меня неправильно, я все еще думаю, что ты странная. Но клевая. Похоже, мне никогда не выбраться из двух китов. Пойдем, Макс. Мы поговорим там. Ну, чтобы не мешать Фрэнку отдыхать. Джойс, как держишься? Я уже думала, что все худшее позади. А где Хлоя? Я найду ее. Только не в такую бурю.
Я не позволю тебе выйти наружу. Просто буду молиться, что Хлоя и Дэвид где-нибудь спрятались. Мне очень-очень жаль, Джойс. Не стоит, дорогая. Ну не ты же нагнала на нас этот торнадо. Мне очень жаль, что так получилось с Дэвидом. И в этом ты тоже не виновата. Дэвид взрослый человек, и опыта у него по сравнению с тобой побольше, даже если он этого не показывает. Прости, что я создала столько проблем между Дэвидом и Хлоей. Ты поступила правильно. Дэвид перегнул палку. Я подозревала, что он слишком заигрался со своим наблюдением, но ему очень жаль. Я бы хотела, чтобы он был сейчас здесь. Я просто хочу вернуть ту нормальную жизнь. Ты права, учитывая, сколько дерьма случилось. Взгляни на меня. Пытаюсь тут семью собрать воедино. Опять. Макс, я зря выгнала Дэвида. Дэвид спас меня во время бури. Я видела, как сильно он заботится о Хлое. Хоть сам этого и не показывает. Сейчас ты нужна ему как никогда. И теперь я понимаю, почему ты его любишь. Рада слышать, что Дэвид помог тебе. Война очень сильно его изменила. Но он правда хочет помогать людям. Он даже согласился сходить к семейному консультанту. Уверена, это для него было нелегко. Это говорит о том, что он и правда заботится о вас, Хлой. Я буду по-настоящему счастлива, когда Дэвид и Хлоя перестанут ссориться. Но я не знаю, что для этого нужно. Я просто хочу, чтобы эта буря никогда не прекращалась. Тогда бы нам пришлось уехать из Аркадии, будь это возможно. Дэвид – настоящий герой, Джойс. Все, чего он хочет, так это то, чтобы ты была счастлива. Ради тебя и Хлои он готов на все. Знаю. Да, он не такой, как Уильям, но это нормально. Он и не должен быть на него похож. Я вот вспомнила, как он впервые ворвался в мою жизнь. Тогда я уже готова была сдаться. Любовь Дэвида придала мне сил. Он даже сказал, что я его героиня. И я не могу предать его любовь. Я хочу, чтобы он вернулся. Надеюсь, я смогу ему об этом сказать. Это конец? Господи, если... По крайней мере, у Фрэнка все еще есть Помпиду. Ненавижу говорить, я рад тебя видеть, но я и правда рад тебя видеть. Ничего. Главное, что ты в безопасности. И теперь я знаю, что ты можешь за себя постоять. Давно нужно было поставить его на место. Черт, Макс, не верится, что ты приехала сюда во время сильнейшего шторма ради одной фотографии. Ну, то есть, ты же приехала не ради меня. Уоррен, я приехала ради всех вас. Просто скажи, что фотография у тебя. Я просто хочу... Заткнись и послушай. А, да. Ты наконец расскажешь то, что не сказала тогда на парковке. И мне жаль, что не сделала. Так что расскажу сейчас, не вдаваясь в подробности. Просто поверь мне, хорошо? Не вопрос. Рассказывай, пока есть время. На уроке Джефферсона у меня было видение о торнадо, уничтожающем Аркадия Бэй. Я вышла в туалет и увидела, как Нейтан Прескотт застрелил мою лучшую подругу. Ну что, улавливаешь? А что тут улавливать? Продолжай! А потом выяснилось, что я могу перематывать время. И оказалось, что Марк Джефферсон – психопат и очень опасен. Во-хо-хо-хо! А что еще? Я думаю, что буря началась. Все это началось, когда я обнаружила, что могу обращать время. Не может это быть просто совпадением, верно? Макс, не только буря, но и затмение, птицы, киты. Все! Это все из-за меня? Как? Я не ученый. Хоть и притворяюсь им в школе,
Но это похоже на действие противодействия. Теория хаоса. А что случилось с Джефферсоном? Он навредил тебе? Через Нейтана он добывал дури деньги. Джефферсон связал меня. Накачал каким-то наркотиком. А потом фотографировал меня. Это было так ужасно. Макс, мне так жаль, что тебе пришлось через все это пройти. Ты самый смелый человек из всех, кого я встречал. Да я теперь хочу убить этого ублюдка. Где он? Пойман. Это все долгая история, которую мне срочно нужно изменить. Разве это плохо? На каждое действие есть противодействие. Каждый раз, изменяя время, ты запускала цепную реакцию. Даже в природе. Весь этот хаос. Моя вина. Да успокойся. Силы-то эти ты явно не сама себе дала. Наверное, мы никогда не поймем, магия это или наука. Проделки волшебника это или червоточина. Но ты явно часть чего-то большего. Я не верю в судьбу, но за эту неделю я понял, что ни хрена не знаю. Не ты один, Уоррен. Я знаю, что ты здесь не просто так. А вот почему тебе придется самой узнать. Макс, мне жаль, что ты ввязалась в это... Я даже не знаю, как эту хуйню обозвать. Но я уверен, что ты поступишь правильно, когда пойдет время. Я так горжусь тобой, Макс. Что может быть важнее этого момента? Так еще и быть с тобой в такое время. Это тебе спасибо, что доверилась мне. Спасибо, что ты рядом. Всегда. Соберись. Эй, береги себя. Если мы не переживем ураган, я хочу сказать... Знаю, Уоррен. Ну а как же? Теперь я буду принимать только правильные решения. Клянусь. Поэтому ты супер, Макс. Мало времени, пошли, Макс. Хлоя! Чувиха, да что на тебя нашло? Я просто рада, что мы вместе. Вам что-то нужно обсудить? Не парьтесь, все нормально. Я тоже рада, что ты со мной. Да что происходит, Макс? Нам нужно найти Нейтана. Он заплатит за то, что сделал с Рэйчел. Идем, живо. Хлоя, стой, послушай. Я могу идти и слушать. Остановись и хоть раз выслушай. Ладно, Макс, я слушаю. Хлоя, тебе нельзя идти на вечеринку. Иначе ты умрешь. Ты что, уже напортачила? Со временем и я там сдохла? Не совсем. Ты должна подстраховать меня, чтобы этот гаденыш Нейтан Прескотт никогда со мной не справился. Но дело не в нем. Марк Джефферсон убил тебя и других. Джефферсон? Твой препод? Что за бред? Это Нейтан серийный убийца! Мы это доказали! А теперь прошу меня извинить, но мне нужно на вечеринку ради общей безопасности. Нейтан мертв, а ты в опасности.
Что, этот мудак уже сдох? Откуда ты знаешь? Потому что я была там. Макс, расскажи мне, что произошло. Ну же. Марк Джефферсон оказался психопатом. Окей, Макс, сейчас зайдем туда вместе и надерем его тощий зад. Хлоя? Джефферсон накачал меня и похитил. Связал в своем бункере. Ты понятия не имеешь, через какой ад мне пришлось пройти. Я не могла позволить тебе погибнуть. Ради тебя я вернулась, и я не могу снова тебя потерять. Я не могу. О, Макс, мне так жаль. Это ведь я втянула тебя во все это дерьмо. Никто не должен проходить через это, особенно ты. Теперь мы просто обязаны его остановить. Пуля нам в помощь. Нет, только не так. Хлоя, я не могу продолжать все время что-то исправлять, если с каждым разом становится все хуже. Я знаю, к чему это приведет, и я боюсь проебать все эти альтернативные реальности. Альтернативные реальности? Что ты сделала? Ты о чем? Хлоя, я... Несмотря ни на что, я... Скажу тебе правду. Я изменила твое прошлое. И мне пришлось сделать ужасный выбор. И я... Макс, скажи мне. Я не буду злиться. Хлоя, я вернулась в прошлое. В последний день жизни Уильяма. И не дала ему сесть в машину. Но потом вместо него в аварию попала ты. Ты видела моего отца? Ты была полностью парализована. Ты мучилась от боли, и ты медленно умирала, и поэтому ты попросила прервать твою жизнь. Но, Хлоя, я не могла так поступить. Я должна была вернуться в это время, снова тебя увидеть. Должна. Господи, Макс. Должно быть, это было ужасно. Мне так жаль, что ты прошла через это. Тебе пришлось гораздо хуже. Но я понятия не имела, что произойдет, и, как обычно, я все испортила, и... Я больше не причиню тебе боль. Никогда. Ты должна мне поверить. Конечно, я тебе верю. Думаешь, я бы знала, как поступить в подобной ситуации? Никто бы не знал. Главное, что мы с тобой снова вместе. Ты права. Поэтому ты должна пойти со мной. Так мы будем вместе и будем живы. Я понимаю, Макс, но ты действительно думаешь, что Джефферсону все должно сойти с рук? Разумеется, нет. Если мы расскажем все Дэвиду, он нам поверит и сможет его остановить. Так? Я не понимаю. Почему ты хочешь ему довериться после всего, что было? Он даже не живет с нами. Хлоя, Дэвид спас меня от Джефферсона. Если бы он не нашел проявочную, я бы уже была мертва. Макс, я понятия не имела. Я должна была тебя спасти, но я рада, что Дэвид оказался там. Ты каков план? Расскажем ему все. И о том, что Виктория тоже в опасности. Хорошо. Ты через многое прошла. Я тебе верю, Макс. Я ведь все еще твой верный напарник. Да, именно так. Послушай, через пару минут я ничего из этого не буду помнить. Абсолютно. Мы должны остаться в твоей комнате и ничего не делать. Потом мы расскажем все Дэвиду и позволим ему сделать свою работу. Тебе придется в точности мне все пересказать. Просто объясни, что я путешествовала во времени через фото. А ты поверишь мне? Я всегда верю тебе, Хлоя. Thank you.
настоящий Макс вернулась. Ну, как прошло путешествие? Замолчи. О, ты жива. Ты жива, Господь. Мы обе живы. Я столько всего сделала, чтобы вернуть тебя. И оно сработало, сработало. Ты снова со мной. Похоже, даже судьба не хочет нас разлучать. Ты прошла столько реальностей только ради того, чтобы спасать меня снова и снова. Надеюсь, не зря. И я не виню тебя за то, что хотела вычеркнуть меня из своей жизни. Перестань. На этой неделе я настоящая королева драмы и Аркадий Бэй. Ты только посмотри, что натворили мои силы за такое короткое время. Я же никто. Да ты же Макс Матюкол, воин времени. Ты такая добрая, заботливая, лучшая. Подруги не придумаешь. Правда. Ты же этого не просила, но это произошло. И ты должна принять, насколько ты потрясающая. Может, я все это как-то спровоцировала? Ведь я всегда хотела особенную жизнь. Как приключение. Но не без тебя. И этого не случилось, пока я не вернулась обратно. Вот видишь, без тебя моих сил никогда бы не было. Наверное, по каким-то научным, мистическим причинам, которых нам никогда не понять. Мы должны были быть вместе. Именно в этот момент истории. Мне иногда кажется, что это Рэйчел где-то там. Жаждет правосудия. Хотелось бы мне в это верить. Мы все обязаны Рэйчел, Эдвард. Теперь расскажи мне, что случилось. Ты же все помнишь, да? Мы ушли с вечеринки и убедились, что Джефферсон нас не найдет. Впервые я рада, что живу в своей неприступной крепости. А потом начался шторм, и ты сказала, что на маяке мы будем в безопасности. Хлоя, послушай. Шторм приближается. Он совсем близко. Даже не верится, что все это происходит. И происходит из-за меня. Прекрати. Прекрати себя корить, ладно? Мы все уже настрадались. Ты только посмотри. Кто знает... Может, этот шторм, мисс Рэйчел, наша месть. Маяк вне зоны торнадо! Давай! Хлоя! Я держу тебя, Макс. Как говорится в фильме Альфреда Хичкока, маленькие частички времени. Я вернулась в класс. Какого черта? Эти частички запоминают нас в лучшие и худшие моменты. Я снова должна слушать лекцию Джефферсона. Похоже, я в аду. А теперь вы можете назвать фотографа, который идеально... Окей, это какая-то жесть. Неужели я застряла во временной петле? Что-нибудь? Бьюлер? Диана Арбус. Успокойся. Молодец, и Виктория. Не нервничай. Почему Арбус? Из-за безнадежности в ее работах. Ты чувствуешь угнетение, глядя в глаза матерей и их детей. Она видела человечество. Погодите, что происходит? Почему никто не обращает на это внимания? Только никому не говорите. Нет, ну серьезно. Весь каждого из вас можно подкараулить в переулке и заснять момент полного отчаяния. Все пропали. Неужели? Я совсем расхерачила время. Это бессмыслица какая-то. Прости, Кейт. Это уже чересчур. Еще рано, сволочь. Твою мать! Только посмотрите на всех этих мертвых птиц. Все это не взаправду. Рэйчел этого не заслужила. О, нет. Я вижу тебя, Макс Колфилд. Даже не думай уходить, пока мы не поговорим о твоей фотографии.
Мне просто интересно узнать, не желаешь ли ты провести остатки своей жизни в проявочной? Твоя непорочность меня так вдохновляет. Мы могли бы быть так счастливы, будучи вместе. Кому нужны селфи, когда я могу подарить тебе портреты? Я бы никогда в жизни такого не сказала. Никогда. Я так рада, что наконец-то кто-то убил Хлою. Только вспомните, сколько раз я чуть не сдохла из-за этой сучки. Можно сказать, что вы оказали нам обоим огромную услугу. Хлоя, она никогда не сможет тебя ценить так, как я, Максим. И да, я настаиваю на том, чтобы называть тебя Максим. Всегда. Это не взаправду. Я в это не верю. Человеком, которому я доверяла. Хотя ты никогда меня не слушала. Теперь я никогда не попаду в рай. Вместо этого ты заточила меня в ад. Вечное одиночество. Нет, Кейт, я лишь пыталась тебе помочь. Совсем забыл о тебе. О, ключи! Покажитесь! Не обращайте на меня внимания, офицер. Я тут лишь для того, чтобы стащить ключи наркоторговца. Представляю вам запасные ключи от Блэквелла. Спасибо нашему Дэвиду. Рэйчел, она была моим ангелом. Когда мой отец погиб, а ты уехала, мне было одиноко. Рэйчел спасла меня. Так Рэйчел заняла мое место. Я рада, что она была с тобой. Полгода назад. Просто уехала отсюда. Без слов. Без меня. А вдруг она не пропала? Может быть, просто начала жизнь заново? В отличие от тебя, она бы мне сказала ясно. Что-то случилось. Перед уходом она сказала, что встретила человека, который изменил ее жизнь. И испарилась. Это же браслет Рэйчел! Какого хрена он у тебя делает? Угомонись, хорошо? Это был подарок. Думаешь, мы с Рэйчел могли бы подружиться? Не такие уж вы разные. Она разбиралась. Рэйчел отлично разбирается в искусстве. Плюс она такая же зануда, как и ты. Мы бы все стали друзьями навек. Я тоже скучаю по Рэйчел.
Но подумай о себе, Макс. Ректор Уэллс рассказал мне о том, что ты видела в женском туалете. Похоже, ты у нее запала на Рейчел. И ты бы втюрилась. Она такая умная, сексуальная. Прям как я, да? Ну да. Может, Рейчел стала бы... Тебя здесь только еще не хватало. Решила сделать себе костюм Рэйчел Эмбер на Хэллоуин. Да потому что он не идет, а вот тебе нет. И наставляя на меня ствол... Интересно, а была ли у Рэйчел здесь комната? Макс Колфилл, ты что ревнуешь? Рэйчел? А, блядь, чё за нахуй? Боже, она трахалась с этой свиньей Фрэнком. Эта сука... Кажется, она услышала. Не пытайся скрыться, Макс. Иди сюда. Дай тебя сфоткать. Джефферсон снова ищет меня. Раньше ты была такой непорочной, такой невинной. А теперь тебе придется умереть. Прошу, Макс, пойми меня. Единственное место, где я могу быть с собой, это в проявочной. Куда подевался твой энтузиазм, Макс? А я-то думал, что... Возможно, на маяке я буду в безопасности. Или я проснусь. Теперь я понимаю, что тебе никогда не стать художником, Макс. Теперь я понимаю, что тебе никогда не стать художником, а фотографом уж тем более. Иди сюда, Макс. Урок окончен. Макс! Макс!
Макс. Добрый вечер, Макс. Добрый вечер, Блэк. Мисс Колфилд. Здравствуй, Макс. Добрый вечер, Блэквелл. Это ректор Уэлл. И я здесь, чтобы оклеветать Макс Колфилд. Внимание. Макс Колфилд. Внимание! С прискорбием сообщаю, что одна из наших любимых одногруппниц, Максим Колфилд, погибла в результате печальных обстоятельств. Я обещаю расследовать это, как только выпью. Макс Колфилд, пожалуйста, немедленно проследуйте в проявочную. Повторяю, Макс Колфилд. Пожалуйста. Макс Колфилд. Стой, Макс. Джим Колфилд погибла в результате печальных обстоятельств. Я обещаю расследовать это, как только выпью. Макс Колфилд, пожалуйста. Макс. 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 Прошу прощения, меня слышно? Если вам известно местонахождение мисс Колфилд, пожалуйста, свяжите ей. Меня слышно? Макс. Мисс Колфилд. Меня слышно? Если вам известно местонахождение мисс Колфилд, пожалуйста, свяжите. Здравствуй, Макс. Стой, Макс.
Мэтсон. Пишите об этом мне или Дэвиду Мэтсону. Она хочет, чтобы Хлоя Прайс и Рэйчел Эмбер умерли. Спасибо за внимание. Добрый вечер, Блэквелл. Это ректор Уэлл. И я здесь, чтобы оклеветать... Макс. Проследуйте в проявочную. Сейчас же! Прошу прощения, меня слышно? Если вам известно местонахождение мисс Кол... Макс? Если вам известно местонахождение мисс Колфилд, пожалуйста, свяжите ее и сообщите об этом мне или Дэвиду Мэтсону. Она хочет, чтобы Хлоя Прайс и Рэйчел Эмбер умерли. Спасибо за внимание. Макс, где ты? Эй! Макс, не тормози, отмотай время! Макс! Что на нас? Макс, я же знаю, что ты тут. Можешь попытаться убежать, но никто не скроется от белого рыцаря. Выходи! Так и знал, что надо было оформить стипендию Виктории, а не Макс. Иди сюда, юная Макс. Ты моё... Подойди сюда, юная Макс. Макс. Ты моё... Оу. Юная Макс. Ты моё живот. Какой псих мог украсть деньги для инвалидов? Не... Макс. Ох, мог украсть деньги... Стой, Макс. Подойди сюда. По служебному списку. И не врать. Мы пытались бы тронуть Прескота. Блэквелл, моя территория. Ты шлюха. Белки ненавидят тебя. Единственный способ попасть тебе в клуб Циклон, если, блядь, тебя торнадо, блядь, засосет. Но согласись, Макс, ты укорыш, обдолбыш, наркоманка. Задницу сюда. Я распотрошу тебя, тварь. Оу, Макс! У тебя, тварь. Макс? Родного ангела. О, нет. Бутылки. Похоже, это ад. Макс? Она сама.
Это были мои бобы, Макс! Это были мои ёбаные бобы! Доброволец для проявочной. Макс? Макс! Макс? Стой! Макс? Надеюсь, ты не думаешь, что мы теперь друзья. Оу, Макс! Не думаешь, что мы теперь друзья. Макс, Макс, я хочу поделиться с тобой своим талантом. Не смей убегать от меня. Эй, Макс! Хочу поделиться с тобой своим даром. Но их не так уж и трудно находить. Макс. Что ты теперь, блядь, сделаешь? Вот черт! Рэйчел выглядел как модель зомби в той грязи. Только кости, мясо и опарыши. О, я был... И когда же я заработала плохую бутылочную карму? Может, если бы ты взяла немного наркоты у меня, эй, то Макс, была бы счастливее. Осталась всего одна? Теперь, когда Рэйчел мертва, настал твой черед, шалава. Кажется, тут еще можно найти бутылки. Ну, естественно. Просто отличная шутка! Отличная шутка! Внизу в канализации. Присоединяйся. Никто никогда не помогал мне, Макс. Иди сюда, девчушка. Никто никогда не помогал мне, Макс. У Рэйчел были не только потрясные снимки, она сама была потрясна. Особенно после того, как я накачал ее наркотой и устроил последнюю фотосессию. Внизу в канализации. Блин, пусть это будет последнее. Должна была услышать, как Хлоя поливала тебя грязью. Вдруг бутылки помогут мне выбраться. Надо узнать на всякий случай. Не спорь с шеф-поваром. Ага, ты-то у нас повар от бога. Когда нет мамы, то да. Я расскажу ей. Алло? Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Что? О, не знал, что тебе нужно... Да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мока. Скоро буду. Люблю тебя.
Уж простите, леди, нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества. Не говори такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Еще $1 в банк ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Черт, где же ключи? Еще $1 в банк ругательств. А это же обдираловка. Ага, нашлись такие. Закройте за мной, не хулиганьте, и попытайтесь не устраивать слишком большой переполох. И даже не вздумайте у... устраивать дегустацию вин. Думаю, ты идеально подойдешь для моей новой фотосессии на ретро-пленку. У тебя есть качества, которые мне полюбились в Рэйчел Эмбер, но не в Макс. Макс просто тупой ребенок. Господи, и не говори. И она никогда не замолкает. Не так ли? Меня так достала ее хипстерская хрень. Мне кажется, Макс уже всех достала в Блэквилле. Давай это докажем. Святое дерьмо! Макс клеила нас обоих. Судя по ее поступкам, не такая уж она невинная. Но никогда она пытается нас обоих клеить. Я просто хочу пойти обезьяничать с тобой, Хлоя. Иди сюда. Черт, да ты сексуальная сучка. Че ты тусуешься с этой, Макс? Скука смертная. Она мне скорее как прислужница. Понимаю. Не хочешь? Пойти на тусу. У меня до хера наркоты. Черт, Макс шпионит за нами. Делай уже твой ебаный снимок, сука. Ну или селфи. Вот видишь, как надо отрываться, Макс. Никаких тебе мошпитов, девчуля. Блин, Виктория, вот ты настоящая женщина. Не то что эта девчонка, Макс. Мне пиздец, как нравятся твои татухи, Хлоя. Ты такая сексуальная. Поверить трудно. Мы так долго искали друг друга. Почему ты получила способности? Ты ведь даже не умеешь ими пользоваться. Рэйчел мертва, а ты все еще жива. Жизнь несправедлива. Лучше бы ты не возвращалась в Аркадия Бэй. Буря здесь — это ты. Я буду так благодарна, если это последняя кодовая панель в моей жизни. Зашибись. Комната вся исписана числами. И как я найду нужный код? Я буду так благодарна, если это последняя кодовая панель в моей жизни.
А почему зеркало не отражает эти номера? Не убивай нас, Макс! Выходит, я теперь никогда не потанцую, Макс? А я только хотел начать новую жизнь в Калифорнии. Даже не верится, что ты меня поцеловал. Брейкер, Брейкер! Спасибо за то, что моим белкам подклали. Ты всегда спасал меня! Не убивай меня! Кто? Кто ты? Твою ж овсянку, ты серьезно? Это ты, идиотка. Ну или одна из тех Макс, которых ты оставила позади. Ты поможешь мне выбраться? Теперь тебе нужна помощь? Думала, ты контролируешь всех и вся, да? Хотела обвести время вокруг пальца? Мне не давали выбор. Я этих сил не просила. Ну да, ты с радостью использовала эти силы, чтобы нравиться людям. Будто тебе не наплевать на них. Мне не плевать. Я просто хотела со всеми дружить. Говоря людям то, что они хотят слышать. Ты просто нашла легкий путь. По-другому-то ты и не умеешь заводить друзей. Это неправда. У меня есть друзья. И я просто помогала людям. Брось, хватит притворяться невиновной. Из тебя так и прет лицемерие. Ты оставила за собой дорожку смерти и страданий. Это не моя вина, сучья ты дочь. Не смей так говорить о нашей маме. Ха. Давай поговорим о том, что ты натворила. Погоди, дай угадаю. Ты разъебала время и пространство ради своей драгоценной подружки Хлои? Думаешь, она всего этого стоит? Да, стоит. Она мне очень дорога. О да, ты за 5 лет ни разу не связалась со своей лучшей подругой, а ей пришлось пройти через ад. Молодец. У Хлои и то лучше получалось вызывать у меня чувство вины. Потому что ты позволял ей издеваться над тобой. Это стокгольмский синдром. О, ты не учила эту тему. Ничего, испытаешь на своей шкуре. Как и Рэйчел. Да заткнись ты. Тебе меня не напугать. Я бы больше боялась, что Хлоя убьет нас, а не Джефферсон. Макс, ты правда думаешь, что она нам подруга? Ты ее очередная марионетка. Блин, какая же ты тупая. Мне стыдно носить твое имя. Когда-нибудь твоя Хлоя уничтожит. О, черт, помянешь дьявола. Чувиха, не еби ей мозги! Она знает, через что мы прошли за эту неделю, а ты нет. Ты не сможешь нас разлучить. Вот где правда. Прошло 5 лет, а ты все та же Макс Колфилд. Я и правда рада тебя видеть. С возвращением. Пристегни ремень. Помнится, у тебя недавно был день рождения? Это камера моего отца. Теперь она твоя. Да, как же это круто!
Спасибо. Камера просто потрясная. Ну, раз уж мы снова стали подружками, давай закатим тусу. Хей-хей, долбанутый на всю голову. А ну-ка, спляшем. Потряси своей тощей задницей. А лучше сфоткай меня. Охуенная песня. Давай, хиппи, танцуй. Жги, подруга. Йоу, выруби, выруби. Да, но сегодня ты была рядом. Ты спасла меня. Я до сих пор в шоке. Встретить тебя после стольких лет. Судьба. Если это судьба, я... Итак, покажи, что ты можешь. Эпик. Я клянусь верности великой Макс и ее магической силе. Ты можешь... Добро пожаловать в мою обитель вдали от ада. Дикую и неопозданную. Похоже на тебя. Ты хоть понимаешь, насколько это круто? Моя лучшая подруга вернулась, да еще и прокачанная. Я... Мне что-то нехорошо. Макс, пойдем-ка покажу одно место. Ты меня перепугала. Тебе стало легче? Ты снова спасла меня. Боже, мы теперь навеки связаны. Раз уж ты у нас таинственный супергерой, я буду твоим верным спутником и компаньоном. Я так рада, что именно ты мой напарник. Ты, главное, оставайся рядом. Спорим, я... Макс, посмотри-ка на эти файлы. Это не рисунок, Хлоя. Бомбочка! Гляньте, в мои воды забрела выдра. У нас ничья. Я себе задницу отморожу, когда выйду из воды. И ты очень мил... Вот и жаба! Вот и свинка. После дважды спорим. Целуй меня. Черт! Да ты жжешь, Макс! Какая шикарная тачка! Прям как в сериале «Во все тяжкие». Как было бы круто уехать на ней куда-нибудь на побережье. Пока я не увижу, нет! Ты знаешь правила, папа! Черт, как мне повезло, что мой отец так... Знаешь, так необычно снова гулять с тобой. Понимаю. Но я рада, что я здесь. Вау, крутая фотка. Мы такие классные пиратки. Хлоя, ты здесь! Просто... И Кейт была не первой. И все эти по... Рэйчел! О, боже, нет, нет, прошу, только не она! Ну же, Макс, мы почти добрались. Еще чуть-чуть. Не бойся, все будет хорошо. Макс, ты меня слышишь? Прошу, не молчи. Я похоже, отрубилась. Слава Прости. Богу, больше никогда так не делай, ясно? Я клянусь, но тот кошмар был таким реальным, таким страшным. Эти силы были дарованы. Ты же их не просила. Это закономерно. Все это должно было произойти. Только Рэйчел за что? Но без твоей силы мы бы ее даже не нашли. Пусть ты не долбанный повелитель времени, но ты Максим Колфилд. И ты потрясающая. Макс... Другого выхода нет. Я как будто сделала этот снимок тысячи лет назад. Ты...
Ты можешь использовать это... Это фото, чтобы перемотать время до момента его съемки. Мне всего лишь придется... Придется... Мне... Так, черту! Нет! Ни за что! Сейчас для меня важна только ты! Кроме тебя мне никто не нужен! Я знаю! Ты много раз это доказывала! Хоть я этого и не заслужила! Я такая эгоистка! В отличие от мамы! Только посмотри, через что ей пришлось пройти! И она смогла! Она заслуживает гораздо большего, чем сдохнуть в этой ебучей закусочной! Даже мой отчим не заслуживает ее смерти! В Аркадии Бэй столько людей, достойных жизни! Больше, чем я! Ты говори так! Я тебя не променяю! Это не торги! А что, если ты просто откладывала неизбежное? Ты только вспомни, сколько раз я почти умирала! Посмотри, что происходит с Аркадией Бэй с того момента, как ты спасла меня! Знаю, я эгоистка, но сейчас я впервые хочу принять свою судьбу! Нашу судьбу, Клоя! На этой неделе ты наконец-то вернулась ко мне. И ты подарила мне свою любовь и свою дружбу. Ты заставила меня улыбаться и смеяться, чего я не делала 100 лет. Где бы я ни оказалась, неважно в какой реальности, все эти моменты, проведенные с тобой, реальны. И они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни сделала... Я знаю, твой выбор будет правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс, только ты и можешь. Макс, пора. Хлоя. Мне очень-очень жаль. Я не хочу этого делать. Я знаю вас. Но мы должны. Должны всех спасти. Правда? И ты заставишь тех ублюдков заплатить за Рэйчел. Наша с тобой неделя. Это самый драгоценный прощальный подарок. Ты мой герой, Макс. Теперь уходи отсюда, пожалуйста. Уходи, пока я не сорвалась. И Макс Колфилд. Только попробуй меня забыть. Никогда. Все хорошо, Нейтан. Не паникуй. Все в порядке, бро. Сосчитай до 3. Не беспокойся. Это твоя школа. Захочешь, взорвешь ее. Ты босс. Чего тебе? Надеюсь, ты проверил периметр, как сказал бы мой чмошный отчим. Итак, перейдем к делу. Нет, у меня ничего. Врешь. У тебя до жопы бабла. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой! И что я могу сделать? Где ты его достал?
Что ты творишь? Ну же, опусти его! Не смей мне указывать! Меня достало, что люди пытаются мной помыкать! Из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем, чем из-за наркоты. Да по такой швали даже скучать не станут! Убери от меня пушку, псих!
так не делай, ясно? Я клянусь. Но тот кошмар был таким реальным, таким страшным. Я начала все это. Я причина всего этого. Я так часто меняла судьбу, что умудрилась нарушить естественный ход вещей. И все, что я посеяла, это смерть и разрушение. Да пошло оно все, да? Тебе эти силы были дарованы. Ты же их не просила. Это закономерно. Все это должно было произойти. Только Рэйчел за что? Но без твоей силы мы бы ее даже не нашли. Пусть ты не долбанный повелитель времени, но ты Максим Корнфилд. И ты потрясающая. Макс. Другого выхода нет. Я как будто сделала этот снимок тысячу лет назад. Ты можешь использовать это фото, чтобы перемотать время до момента его съемки. Мне всего лишь придется... Мне... К черту! Нет, ни за что! Сейчас для меня важна только ты. Кроме тебя мне никто не нужен. Я знаю. Ты много раз это доказывала. Хоть я этого и не заслужила. Я такая эгоистка. В отличие от мамы. Только посмотри, через что ей пришлось пройти. И она смогла. Она заслуживает гораздо большего, чем сдохнуть в этой ебучей закусочной. Даже мой отчим не заслуживает ее смерти. В Аркадии Бэй столько людей, достойных жизни. Больше, чем я. Ты говори так. Я тебя не променяю. Это не торги. А что, если ты просто откладывала неизбежное? Ты только вспомни, сколько раз я почти умирала. Посмотри, что происходит с Аркадией Бэй с того момента, как ты спасла меня. Знаю, я эгоистка, но сейчас я впервые хочу принять свою судьбу. Нашу судьбу. Хлоя! На этой неделе ты наконец-то вернулась ко мне. И ты подарила мне свою любовь и свою дружбу. Ты заставила меня улыбаться и смеяться, чего я не делала 100 лет. Где бы я ни оказалась, неважно, в какой реальности, все эти моменты, проведенные с тобой, реальны. И они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни сделала, я знаю, твой выбор будет правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Нет, Макс. Только ты и можешь. Макс, пора. Уже нет. Макс, я всегда буду с тобой. Today, we will sell our uniforms.
together young, live together young.